Ну, хочется иногда и по-другому попеть. Все мне хочется о монастырях, вот об Ионинском монастыре. Очень хотелось написать, но оно как-то неразрывно с жизнью человеческой. И этот вроде бы центр какой-то такой духовно-просветительский. Вот, и он благодатный еще тем, что ну, в основном приходят туда люди интеллигентные, вот, образованные. И вот девушка, я там своей знакомой молодой девушке советовал, походи туда, вот наверняка там встретишь хорошего человека, потому что и сам монастырь находится в такой вот в райском духовном состоянии и в то же время в ботаническом саду, ну точно как в раю. Поэтому ну, и слов много не нашлось, но написал, что написал. В городе сегодня весна, с теплых крыш закапала вода. Люди, не будите меня, босый мальчуган, это я. Люди, не будите меня, мальчуган, это я. Мы к Ионе в гости пойдем, девственность природы вдохнем, создадим семью, будет дом, солнце правды жить будет в нем. Создадим семью, будет дом, солнце правды жить будет в нем. Девушку, как правду люблю, заплету ей русую косу, станем под венец и скажу: Господи, как я тебя люблю. Станем под венец и скажу: Господи, как я тебя люблю. Бальный вечер, песни ребят, юности аккорды звучат. Выпьем за любовь свою до дна, под звуки скрипки, под колокола. Выпьем за любовь свою до дна, под звуки скрипки, под колокола. Я бегу к тебе навстречу по аллеям, словно в вечность храм. Я тебя никому ни за что никогда не отдам. Смотрим мы теперь свысока, облака пронзают века, а дети наши носят цветы к алтарю бессмертной любви. А дети наши носят цветы к алтарю бессмертной любви. Я бегу к тебе навстречу по аллеям, словно в вечность храм. Я тебя никому ни за что никогда не отдам. В городе сегодня весна,
с теплых крыш закапала вода. Ангелы встречают меня, а босый мальчуган — это я. Ангелы встречают меня, а босый мальчуган — это я.